полдня, блин. И всю эту жизнь. Или за провода тянут. Тихо, да? Тормози, может, тормозишь. Все, тормози. Хоть вопросик задали бы. Ну, естественно. Ну, кому? Или кошка доедает. Город потихонечку порядок приводит. Это что тут уже привезли? Вот она стоит там еще тоже без башни. Смотрите, все подметается, улицы, посмотрите, что делается. Вот герои, действительно. Вот герои. А храм целый. Странно. Тебе с обычным по храмам бьют. Ну, не, нормально все. Смотри, дырина какая. Прямое попадание, я сейчас говорю. Да. Вообще руку оторвало, ничего, блин. А вот где пальцы. Сплошная разруха. Кротский танчик. Где? Вау, кротский танчик. А, вот, ну кротский, да. Там наши Укропск, видишь? Укропы, смотри, написали стоп, пидор. Не забыл за там. Вот и не уже. Нет, сам город не смотри. Очень. Я как поехал, не узнаю. Это вот начало Дебальцево прям. Сразу же. Сразу же все. Как положено. Спасибо. Петя. Петя! Порошенко, огромный привет тебе. Козел добрый. Это мы... А ну скажи, кому? Ну, Порошенко. Да Порошенко, я не знаю, там, Яценюку. А что сказать? Урод, он и в Африке урод. А представься, как позывной, откуда, что? Позывной мой Кара. А где служил? А? Служишь где? Танковый батальон. Отлично, а здесь как бы на блокпосту стоит, конечно. Да? Конечно. Ну и как здесь? Ну здесь жарковато было, видно он даже, да? Видно, да. Вообще кошмар. Ребятам тяжело было. Я был в этом, Лозовое. Там с одной стороны укры перли, их нужно было гасить, а с той стороны накидывали. Там каждый метр кассеты, эти самые, грады не разорвавшиеся и разорвавшиеся. Тут то же самое. Тут то же самое. То есть тут они с той стороны долбились, Артемовск, да? Да. А отсюда, блин, ну как кошмар, короче. Ну выстояли, выдавили. Они сейчас это победой своей называют, как бы. Они называют это плановым отводом войск. Я не знаю, столько вот до сих пор продолжаем собирать. Вот мы сейчас едем тоже технику, мы артиллерия, я с Кальмусом. Ну, техники много. Хочешь родни, передай привет. Хочешь Порошенко, кому хочешь, передай. Родня и так знают. Все нормально, да? Все, конечно. Ну и дай бог. Вот так мы на постах стоим, на отбитых. Здорово, парни. Здорово. Вон техника, а я снял ее. Забрали. Я снял ее, снял. Прям сердце радуется. Больше привозите, больше. Что же вот что-то помалу так? Мало привозят. Мало привозят, да. Желательно побольше рабочих. И чтобы свежепокрашенное еще было, да? Да, а он вот это наглядное пособие, что происходит. Это вот теми, кто сюда приезжает. БМП, да? Да, БМП он там дальше. Ну, как казаки его утянули, а там блокпост был такой раздолбанный вообще. Погоди, повтори еще раз, повтори. Еще раз. Слышишь, Ляшко, твоя коса тебя ждет. Давай подтягивайся, кобыла. А у него вилы, не коса. Да нам похуй. Змеи, блядь, и вилы делают. А это что, прямое попадание было, что ли? Ну да. Да? О, блядь. Да, тяжело тут было. Тяжело. Это все только около блокпоста. Люди говорят, огонь был, конечно, страшенный. Но это видно, какой был огонь. Со всех сторон. Все,
Насчет мин, скажи что-нибудь, как вот в Дебальцево РПГ вообще? РПГ неиспользованные, подствольные неиспользованные. Куча сюрпризов. Очень много таких вредных сюрпризов. Слава богу, разминируют сейчас потихоньку. То есть саперная группа уходит, да? Да, постоянно по городу. А где ты сейчас, говоришь, увидел что-то или кто-то там? Это на заправочной станции в кладовой стояла. Заряженная РПГ. Муха, да, разовая. Да. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Вот. Так что понаходили очень-очень много патронов. Патронов вообще. Да. Где он переходит? И вроде и проходят, и все равно где-то именно в таких местах опасно. Начальник налогового. Вот это вот находим. Вот это вот. И слава богу, говорю, что постоянно курсируют военные, постоянно все это разминируется моментально. Ну на рыбалку еще лет ходить точно нельзя. Да. Там уже минные поля вообще. И карт никаких нет, вот что проблема. Карт никаких нет точно. Ладно, спасибо вам.